Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас на обзоре будет новый фан-проект по GTA 5 на Android. В общем, выбираем персонажа и начинаем с вами играть. Нам доступны Франклин и Майкл. Выбираем Франклина, и также сразу же нам доступна кастомизация нашего персонажа. Очки, прическа, там курточка, ботинки, ноги, штаны, короче, все-все-все. Так, давайте на примере покажу. Вот я меняю штаны и вот, например, меняю очки. Но очки только одни. Так, это что у нас? Борода, наша прическа. И, в общем, пойдет. Нажимаем «Применить». И вот я играю за Франклина в этом новом фан-проекте. Это начальный этап. Как мы с вами наблюдаем только нашего персонажа, одну машину, это вроде BMW M3, если не ошибаюсь, да, все верно. И как бы некоторые рэгдау конструкции. Сейчас посмотрим как раз на рэгдау анимацию. Ох ты, нифига себе, никакой крови нету, но сама рэгдау анимация присутствует, ясненько. В принципе, Лос-Анджелес Crimes Online тоже начинал именно с такого вот этапа, где были рэгдал конструкции, там машина одна, один мотоцикл, оружие и как бы все. А сейчас посмотрите, открытый мир, вообще крутая физика повреждений автомобилей и многое другое. Так, давайте заберемся сюда, вот мы также можем, получается, прыгать, кувырок. Так, это что у нас за стрелочка? Ну не знаю, она что-то не работает. Так, а теперь давайте уничтожим нашего персонажа и выберем нового. Это Майкла. Так, врезаемся, полоска жизни уходит. И сейчас еще раз, и все. Нет, смотрите, недостаточно. Поэтому еще раз бьемся. А, хватило, да? Выбираем Майкла, настраивать его не будем, оставим все как есть. И с ним мы протестируем машину Бэху М3. Ну, если честно, моделька автомобиля очень крутая, посмотрите, мне нравится. И даже вид от первого лица тоже очень крутой. Свободная камера в салоне и снаружи тоже свободная, поэтому поехали протестим. Нифига себе, спидометр, тахометр, у нас сразу же все работает, это большой плюс. Так, и есть очень много различных камер, но мне нравится больше всего это, потому что свободная камера в 360, можно посмотреть на всю машину, и тем более машина неплохая. Забраться нам вообще, походу, не... О, я думал, повреждения есть. А, да, есть повреждения. Я думал, что мне показалось, оказывается, есть. Ну-ка, давайте протестим машину, ребята, на повреждения. Ну, они, знаете, через раз включаются. Понятно, понятно. Если вам понравится этот фан-проект, то я, возможно, буду снимать новые обновления по этому фан-проекту. Поэтому все зависит от вас. А также, пожалуйста, поставьте лайк, подпишитесь на канал и напишите крутой комментарий, чтобы я поставил вам лайк. Ну а на этом все и всем спасибо за просмотр. До скорых встреч и пока.